Оля, привет. Привет. Слушай, ты вот проходила у нас когда-то программу. Вот, я хочу тебе задать несколько вопросов. Для начала расскажи вообще, чем ты занимаешься, кому, в чем помогаешь. Проходила я программу примерно, наверное, 9 месяцев назад. Чем я занимаюсь? Я наставник экспертов-миллионеров. Я вывожу экспертов с нуля до максимальный кейс 1 260 000 за 2 месяца. Слушай, а ты вот берешь всех экспертов или экспертов, у которых уже есть упакованный продукт? Нет, этот продукт мы создаем. Фишка в том, чтобы создать именно этот продукт и дальше его продавать системно. Я понял. Слушай, а вот давай вернемся вот на 9 месяцев назад в твою точку А. Вот я хочу узнать, с чем ты пришла, вот какой у тебя был запрос. У меня был продукт, но у меня не было, скажем, наверное, под такого потока клиентов, как я хотела, именно системного. Вот. И что мне понравилось, я создала воронку прогрева, вот, и через воронку я сразу закрывала людей на консультацию, на высокий чек. Я понял. А ты вот когда начала эту воронку выстраивать и проводить консультации, ты до этого тоже через консультации продавала? Да. Хорошо, то есть получается, создали воронку, такую систему, запустили трафик, и ты начала проводить эти консультации более часто, да? Ну да, у меня получилось за 10 дней 960 000, по-моему, я уже не помню. Я вышла за 10 дней 480, а за 3 недели 960. Вот вспомнила. Понятно. А как ты думаешь, что повлияло на такой рост? Ну, в первую очередь, это окружение всегда. То есть, если даже экспертность высокая у человека, то окружение – это как новая кровь. То есть, всегда где-то, скажем, подталкивает. Ну и также мы работали в сбаде, то есть где-то, скажем, может быть, мотивировали друг друга как-то так. То есть основное, что привело тебя к росту, это вот именно совместная работа с Бадди и плюс еще окружение, которое было супер. Вопрос такой. Вот представим то, что сейчас вот это видео смотрит человек, который только-только хочет запуститься. Вот он, возможно, тоже продюсер экспертов, и ему интересно, что же нужно ему сделать прямо сейчас для того, чтобы ну, вот выйти на свои первые 500 и дальше дойти, вот как ты, миллион, миллион плюс. Не жалеть денег, инвестировать в себя, даже если это последние деньги. Потому что без этого, ну, роста никакого. Инвестировать в себя, в свои знания, имеешь в виду? Ну, первое, с чего нужно начинать, вообще определиться, нужен ли доход высокий, для чего нужен. Вот, дальше, если хочется, но то ли заходить в обучение, то ли не заходить, всегда нужно выбирать в пользу того, что заходить. Понял. Может быть, что-то еще есть? Ребятам хочу сказать, чтобы были амбициозными для своих целей именно. Потому что без этого результат невозможно сделать. Понял. Спасибо большое. Я думаю, будет полезно людям, которые только вот начинают, только вот смотрят и начинают принимать решения, там, проходить программу или не проходить, или вообще просто, что им делать дальше. Спасибо, Оль, большое. Было очень ценно. Благодарю тебя.